Как настроение, самочувствие? Хорошее. Нормально. Хорошее. Замечательно. Мне это нравится. Добрый. Отлично. Ну, просто чудесно. Я рада. Сегодня хотела вам рассказать и расскажу о двух богинях старославянских. Вы уже знаете, что я энергии новые открываю. И вот именно доля-недоля – это дочери Макоши, по сути, богини судьбы. Как-то на какой-то сессии, не помню я, что мы делали, девчонки, я еще сказала, увидела над головой у каждого из нас то ли юла, то ли веретено, да, потом выяснилось. Веретено – это судьба, это нить судьбы. И вот тогда уже начало проявляться. Угу. Все равно мы двигаемся, что-то делаем. Вот. И вообще мне старославянские боги, ну, очень нравятся. Мы с вами уже работаем энергией Мать-Сыра-Земля, да? Ну, просто супер. И вот доля-недоля. Доля-недоля я сделала из них один канал. Добрый. И расскажу, и, естественно, сразу начнем работать. Мысли, что-то делать, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. Ну, доля, не доля, сами понимаете. Да, кто-то слышал по сказкам. По фильмам, по советским старым, да, сказки, кто еще в советское время успел вырасти, читали. Я, конечно, сейчас не буду трогать Бабу-Ягу, Кощея, в кого их превратили. Вот. Но тоже достаточно положительные герои, боги. Вот. Остановимся на доле и недоле. Девы судьбы. Две сестры, счастье, несчастье, судьба, не судьба, удача, неудача. Они придут нить судьбы каждого человека. Ну, по сути, мы знаем, да, что кто-то в нашей жизни участвует для того, чтобы мы росли, развивались. И на месте не стояли. Ну, понятно, что доля – это богатство, удача, успех, ровная, открытая дорога. У человека получается все очень легко, преград нет. Что-то вдруг, если прорисовывается, ну, практически моментально все препятствия устраняются, и жизнь идет гладко, удачно. Это понятно, да? А что касается недоли на море. Ой, молодцы, кайф. Лето затерялось, холода, дожди. У нас опять жара началась, поэтому не по мне, так лучше прохлада. Лина Слободчикова в Египте, там 47 градусов, она говорит, вообще не выходили днем на улицу. Вот. Я так под кондиционером сижу. Итак, доля. И не доля. Неудача, неуспех, препятствия, торможение практически везде, во всем, да, казалось бы. И для чего
тогда и я, вот это две богини соединила в одну энергию. И почему славяне, добрый, обращались к недоле? Вот сейчас как раз поясню. По мне, так вот как раз недоля и дает толчок и развитие ко всему. Что это такое? Кармические уроки. Все мы знаем, да, что что-то у нас по жизни повторяется постоянно. Кармические узелки, жизненные уроки, на которые мы обращаем или не обращаем внимания. Неправильные действия. Какие-то ситуации, решения, проблемы, которые человек может отодвигать по времени, как-нибудь потом. Обещания, которые даются близким, малознакомым людям. Клятвы. Почему говорят, что клясться нельзя? Клятва, проклятие. Я клянусь, да вот, пяткой себя в грудь бьют. Нельзя этого делать. Вот. Невыполненные обещания. Или все, с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Вот именно эти все обещания, мечты, которые человек желает, но не делает. Ничего для того, чтобы они сбылись. Все это накапливается, спрессовывается. Где узелки, где пласты кармические, которые потом у нас поднимаются, да, по прошлым жизням. Потому что судьба, жизнь наша нынешняя, это следствие всех наших поступков по всем нашим прошлым жизням. Неважно, знаем мы об этом или не знаем. И опять же, если, знаете тоже, да, если мы не прислушиваемся, если мы не делаем то, что нужно делать, я об этом всегда рассказываю, в первую очередь нужно менять себя, то начинаем ходить по замкнутому кругу или как колесо сансары, на следующий виток мы не переходим, а начинаем прорабатывать свои прошлые ошибки. Причем я прекрасно знаю, что человек о них знает о тех действиях, которые не нужно совершать. Или я уже говорила на эту тему, да, что нужно отсекать тех людей, которые мешают нам развиваться. И кто-то боится это делать. Но опять же, это ступор конкретный. Вот. И получается, что движения нет. Так, Наташа, я после наших курсов сейчас очень много размышляю о жизни своей, чего раньше вообще практически мало делала. Много стало проясняться. Да, на здоровье. Вот только почему же, когда не откроешь ту или иную энергию, что-то происходит такое не очень приятное, мягко говоря. Молодец, Лена, каждый день меняю себя. Я уже говорила на эту тему, что происходит не очень приятное. Нужно работать не один раз в месяц. И не просто даже записи слушать, а вот именно думать, менять, вот правильно, да, размышлять, делать правильные выводы из того, что происходит. Когда происходит не очень приятное и почему, что это такое? Это чистка. Вот смотрите, что происходит. Начали вы с собой работать. Там один день поработали, или один сеанс себе провели, или, ну, скажем, неделю, да,
сами понимаете, что до конца вы дело не довели, что нужно еще поработать, но тем не менее, или лень, или бывает, у меня у самой такое состояние бывает, что потом продолжу, работа прерывается. Работа прерывается. И да, покой нам только снится. И то Г, которое мы подняли во время работы. Вот представьте, засохшая сковорода древняя, да, остатки пищи, ее погрузить в воду. Вот это вот все разбухнет. То же самое происходит внутри нас, когда идет работа. Все, что запрессовано годами, годами реально. По прошлым жизням кое-что мы поднимаем. Вот оно точно так же разбухает, и нужно продолжать работать. И в какой-то период вы просто это прекращаете делать. То, что, и это естественно, это неприятно, это где-то больно, где-то тошнит, где-то что-то происходит, настроение на букву Х, не подумайте, что хорошо. И почему я говорю, в этот момент нужно больше долбить, больше работать, именно по этой теме быстро убирать, пока процесс пошел. Если человек прекратил работу, оно все равно опять осаждается, спрессовывается, и в следующий раз, когда вы хотите начать опять на эту тему работать гораздо тяжелее. Почему я не работаю с теми людьми, кто делает перерыв индивидуально? Я не работаю. Или начинать идти до конца, или вообще не начинать. Иначе это ваши потраченные деньги, мое потраченное время, которое ни к чему не приведет, а приведет только к тому, что ах-ах-ах, все это фигня, ничего это не помогает, ничего она не делает, и ничего она не умеет делать. Я человек достаточно резкий, где-то нетерпимый, поэтому или делать, или не делать. Вот, поэтому такое происходит. Добрый. Да, ну не намножко. Завтра в записи. Вот осталось. Ой. Теперь определить тему, приоритеты, выставить правильно. Покой, слово покойник, это вам нужно. Тань, это ты про что? Покой нам только снится. Честно, Танюш, ага. Я уже перестала зацикливаться особо на таких словах. Почему? Потому что, ну опять же, я помню, да, это было у весны, это было в Кашмире, уделяли особое внимание. Единственное, что я была, желаю тебе, чтобы у тебя было все хорошо. Я теперь всегда говорю, будет. Вот, единственное, что. А по сути, ну, ставится программа. Но тут самое главное, я считаю, что больше всего то, что ты вкладываешь смысл этого слова. Вот. Еще давно, когда я всегда говорила на здоровье, меня пытались поправить все, говоря, что я, если говорю на здоровье, то я, значит, отдаю свое здоровье. Господи, ну что за чушь-то? Ну что за чушь? Мы живем в мире, в космосе, Вселенная. Вселенная бесконечна, безгранична. Я беру оттуда и раздаю. Вот это вот на здоровье.
Не категорически я у себя ничего не собираюсь отрывать, вырывать. Вот к этому относится то, что какую программу поставишь. Поэтому особо не заморачивайтесь. Покойно, покойник. Не заморачивайтесь. Вот. Доля, не доля. Вот я даже сейчас смотрю, да, сколько нас, 50 человек. Я всегда снимаю общую же информацию, да, но поскольку нас много, общую информацию снимаю. Вот интересно, да, смотрю, натянута нить. Вот эта нить, да. И каждый стоит на своей нити судьбы, на своей дороге судьбы. Вперед идет, наверное, человек 20, процентов 20, 10-20 от силы. Кто-то топчется на месте вперед-назад. Ну, в основном, да, вот в основном основная масса это процентов 50 смотрят назад. Вот именно в прошлое. Живут прошлым, ориентируются на прошлое. Нужно меняться. Я не заставляю ничего делать. Я просто пытаюсь объяснить. Ну, по сути, вот эта вот толкотня, ни к чему не приведет. Для чего, вы все, собственно говоря, начали заниматься эзотерикой. Лен, ты про что? Нет же его, оно ушло. Кто? Что? Где? Я что-то упустила? Мысль опустила. Ладно, потом вспомню. Прошлое. Ну, тем не менее, люди в нем живут. Ага, вот. И эзотерикой начали заниматься для чего? Для того, чтобы привести в порядок свое здоровье, иметь достаток, хороший достаток в жизни. Пусть внутреннее состояние меняется, да, здоровье вы можете подправить. Чуть-чуть стало больше денег, но если вы не поменяете свое отношение, во-первых, ну, к себе это естественно, потому что стесняться не нужно, говорить нет. Не нужно стесняться перестать общаться с теми людьми, которые вас грузят. Потому что я сейчас как раз вот до этого дохожу. Сейчас я вам расскажу. Опять же, это применительно к энергии доля не доля, что эта энергия делает, как она помогает. Все инструменты, которые мы используем, они нам показывают. Но для того, чтобы был результат, нам нужно поменять себя. Я вам рассказывала, да, уже, что у меня был тоже денег мизер. На учебу деньги у меня были. Откуда-то они находились, как-то приходили, разговора нет. Я была
очень добрая. Я, в принципе, и сейчас не злая. Но я была как простодырая, как меня бабушка называла, простота, говорит, хуже воровства. Последнюю рубашку снимет, отдаст. Ни к чему хорошему это не приводит. После того, когда я начала выставлять определенные рамки, у меня начали появляться деньги. Вот. Естественно, я и на обучение сейчас трачу гораздо больше, гораздо больше. Движение идет и растет стремление. Я говорю нет. Спасибо родственникам тоже. Меня хорошо научили. Я теперь вообще, пока меня не спросят, я не отвечу, потому что у меня даже в мыслях этого не было. Нет, сейчас. Раньше, да, я лезла ко всем со своей помощью. Я же самая умная, я же больше всех знаю, я же лучше всех знаю, как нужно жить, что нужно сделать. Вот. Сейчас я не раскидываю свою энергию. Если попросили, я ответила, я сделала, я поработала. Больше я себя так не разбрызгиваю. Собственно говоря, это касается нас всех, да? Ну, кто здесь собрался? Люди достаточно мягкие, добрые, пытливые. И еще вот как раз к этому подошли закон недоли. Если вы не используете свою силу, свою энергию для себя, не делаете то, что вы хотите, не стремитесь что-то поменять в жизни. Это не говорит о том, что я вот, например, сижу на попе ровно. Я физической работой я не занимаюсь. Но если посмотреть на меня со стороны, то я как электровеник, сидя на месте. Я к чему-то стремлюсь, я что-то учу в нескольких направлениях, что-то делаю. У меня голова постоянно, мозг работает. Вот. И так, если вы не будете тратить свою собственную энергию на себя, то вы будете отдавать ее тем, кому она нужнее. Вот, пожалуйста, наш отток энергии. Присоски. Перекиды. Кто часто, мы очень часто сталкиваемся, да? Энергия у нас жизненная, наша есть. Но получается, она у нас лишняя, и на нее находятся потребители. Раз мы ее не тратим на себя, значит, ей пользуется кто-то другой. Нормальный вывод? Из этого следует, да? Собственно говоря, да, мы вот учимся, вытаскиваем присоски. А чтобы это прекратить, нужно наконец-то задуматься о себе, в конце концов, и начать делать для себя. И тогда не будет каких-то не очень приятных ситуаций в деньгах, в общении, в семье. Это могут сделать даже те женщины, которые сидят дома с детьми, находятся в подвешенном состоянии, в зависимости от мужа. Можно все поменять, переменять, поставить по местам. И вы никогда не останетесь разбитого корыта. Все в ваших руках.
работа в ортопедии много сил занимает. Ну, опять же, это же не, я так понимаю, не очень любимая работа, да? Вообще сейчас в социуме очень тяжело работать. Что говорить? Поэтому все внимание для себя. Потом близкие, дети и все остальное. И все вот эти вот ситуации, возврат на ту ступень, с которой вы хотите подняться, круговорот воды в природе, он будет происходить так до тех пор, пока человек не сделает правильные выводы. Потому что нам Вселенная, наша судьба преподносит уроки в виде ситуаций. Но, собственно говоря, эти ситуации касаются людей. И в основном они, естественно, касаются близких людей. И если человек не уяснил урок, грубо говоря, да, вот продолжает общаться с этим человеком, а, ну ладно, ну подумаешь, один раз он сделал плохо, но он раскаялся, да, он попросил прощения, все, он же так не будет делать. Ну это, вот реально я вам говорю, это чушь, это чушь. И когда человек так делает, следующая ситуация идет с утяжелением до тех пор, пока до человека не дойдет. Я была тоже такая же, я сама через это все прошла. Поэтому я могу говорить с полной уверенностью, что если человек один раз обосрался в отношении вас, вот смело прекращайте свое общение. Без разницы, кто это. Вот абсолютно без разницы. Потому что если человек предал, подставил один раз, он сделает это во второй, в третий, в пятый, в десятый. И никакого раскаяния, потому что, я знаю, даже со слезами якобы просят прощения, это крокодильи слезы. Абсолютно. Вот. Конечно, это личное дело каждого из вас. Через себя очень тяжело переступить, сказать нет. Когда пришли к вам, в дверь постучали, сказали, дайте хлеба, соли, но это вообще такая чушь, я вам уже говорила, да, нельзя из дома ничего давать, особенно касается хлеба, соли и посуда, вот ведро, тряпка, веник. Вообще ничего нельзя давать, потому что можно отдать все. Полностью все, всю удачу, про подачу нищим, та же самая ситуация. Вот так вот. Так что в первую очередь со своим мозгом нужно работать. Размышлять. Поначалу, да, тяжело. Я помню, как мне давалось говорить, нет, я себя выкручивала. Вот реально выкручивала. Мне было настолько плохо. Зато сейчас абсолютно спокойно. Вот абсолютно спокойно. Вот реально, если бы вы знали меня давно, у меня даже бабушка сказала, Наталья, ты такая нехорошая стала, когда я ей сказала нет, когда я начала ее обрывать, когда она говорит гадости. Злая, нехорошая, конечно, то была Наташа Простодырая для всех, для всего, а теперь нет, такое не прокатывает. Зато у меня мама с сестрой воспитанные очень сейчас стали. Думают,
Ну, где не думают, у меня спрашивают. Так что доля не доля. С помощью этой энергии, этих богинь, можно просто обращаясь. Потому что тут у меня, я обычно энергия, энергия, а тут реально почему-то старославянские вот эти боги, они идут у меня именно как боги. Не просто энергия, а боги. Почему, не знаю, не стала ковыряться, копаться. Просто достаточно сильные, мощные и родные, что ли. Земные какие-то. Вот. С помощью этих богинь можно и нужно подправить свою судьбу. Под энергией можно ситуацию прокрутить. Вот давайте то, что я увидела, да, то, что стоите каждый на своей дороге, на своей судьбе. Вот просто постарайтесь вперед идти и голову вперед повернуть. Доля не доля. Так интересно вот наблюдать фантомы осознанные, а некоторые идти не могут, а вот реально легли и ползут вперед, буквально зубами сгрызаясь. Ну, там буквально 3 человека. Тяжело, но хочет перемен. Менять себя. В первую очередь нужно менять себя. И помним, да? Если мы не расходуем свою жизненную, денежную энергию, энергию здоровья на себя любимого, значит, у нас ее будут воровать, у нас ее излишки. Поэтому, как появилась присоска, как почувствовали отток энергии, значит, стоит задуматься, а что я могу еще хорошего сделать для себя. Я уже вам говорила и повторю. Все, что вам предлагается в плане действий, в плане совместных там каких-то идей, бизнеса, абсолютно любого, или вам что-то вас попросили сделать, всегда думайте, насколько это выгодно вам в плане энергии, времени, здоровья, комфорта, денег. Потому что люди очень много делают ненужного. А поскольку делаете ненужное, то за что вам не платят деньги, или вам стыдно брать деньги, да, мы как раз по этой теме очень плотно разговаривали не так давно. Вам их давать не будут, еще плюс ко всему будут энергию отдавать, забирать вернее. Ситуация будет усугубляться и становиться все хуже и хуже. Нужно использовать для себя
вот абсолютно любые возможности, которые предоставляет судьба. Двигаться, использовать счастливые случайности, думать, стремиться, менять себя в первую очередь для себя же, для того, чтобы жить лучше, богаче, делать то, что нравится, а не то, что приносит какие-то, ну, копейки. Вот. Что-то делать для себя, созидать и владеть, и расходовать на себя. Еще именно судьба, не доля, под негативным воздействием неразрешенных каких-то ситуаций. Ну, обычно про то, что я сейчас буду рассказывать, это касается или прошлых кармических, да, жизней, или, ну, кто-то что-то сделал, какое-то магическое воздействие. Одевается венец непроглядный. Или это венец на семейное счастье. Это даже если у человека есть семья, есть дети, но нет счастья. Хоть 3 раза женатый и замужем был, роли не играет. Или непроглядный венец социум. Тоже помните, да, я иногда говорила, что, ну, просто человека люди не видят. Не видят его даже близкие, не ставят ни во что, потому что, ну, реально они его не видят и не воспринимают как личность. Человек закрыт. В него вытирают ноги, собственно говоря, потому что он из себя ничего не представляет. Вот. С помощью этой энергии вот как раз можно снимать вот эти венцы. Не так давно я вам уже говорила, да, ну, посмотрели, показали нам корону. Ну, бывает, нам показывают корону, чтобы мы уверились в себе, но на энергетике ничего лишнего не должно быть. Если какая-то корона держится у вас очень долго, это, ну, или звездная болезнь, или венец безбрачия, непроглядности и так далее и тому подобное. Вот так вот. И тут вот еще обряд хороший есть. Я все думала, куда его поставить. И, наверное, я его воткну. Завтра у нас будет обряд на защиту. Сделаем, да? И, ну, как подарочный, вставлю обережный обряд еще. Вот именно с этими богинями, с этой энергией. Оберегать или любовь, которая есть, или которая должна прийти, или оберегать материальное. Вот. Так что завтра будет 2 обряда. Так, а где у нас? Сейчас я найду. Для 2-го обряда сегодня на ночь поставьте то и другое вместе. Сначала на защиту, потом обережный, конкретный, вот под этими энергиями.
Вода нужна подзвездная. Сегодня на подоконник или на балкон поставьте воду, чтобы под звездным небом постояла. Сейчас я найду, где у нас обряды. Обряд. А в коридоре затмения они были. Угу. Вот. Люд, что-то ты сегодня молчала. Вот, завтра будет обряд на защиту, потому что все-таки коридор затмения у нас идет. И, собственно говоря, мы, ну, достаточно много делаем для того, чтобы не застрять на месте. Угу. Угу. Вот. И я еще добавлю обережный. Ну, по сути, собственно говоря, защитить свои достижения. Да, ты-то молчала. Защитить свою любовь или приблизить. Тем более здоровье. Да? Защитить свой достаток. Потому что вот, наверное, 99% получают денег гораздо меньше, чем зарабатывают. Я уже говорила, да, на эту тему. Опять же, это идет отток энергии. Денег вроде считаешь, получаешь, да? Достаточно, вот расписываешь, на все хватит. Середина месяца денег нет и ничего толком не сделал. Что хотел, что нужно было. Даже не то, что хотел, что нужно было. Вот. Вот это и есть. Получаешь гораздо меньше, чем зарабатываешь. Все это как вода сквозь пальцы проходит. И вот это вот мы будем задерживать. Получается, завтра будет два обряда. Вот. Так вот. Слушаю внимательно мысли всякие фильтры. Угу. Хорошо. Что-то сегодня все слушают. Задумались. Я надеюсь, интересно. Ну, я рада. Что-нибудь еще спросить хотите? Узнать? Доля, не доля. Сегодня эти энергии работали. Все равно. Канал 1, энергии 2. Вот хоть убейте меня. И работают они вдвоем. Очень интересно. Ну, замечательно. Актуально. Ну, да. Я всегда стараюсь... Работаю я для того, чтобы сделать жизнь лучше. И вот честно, да, я извращаюсь всякими разными способами, чтобы донести до вас, чтобы легче поняли, приняли и начали что-то делать для того, чтобы подняться наверх. Очень интересно. Все про деньги так и есть. Я знаю, потому что я через все это сама проходила. И сейчас что-то где-то, это я так, ха-ха-ха, что такое? Непорядок, надо разобраться, надо морду кому-то набить. Последние несколько дней внезапно накрывает сильными потоками, незнакомыми. Тань. О каком предназначении помогать вообще ты говоришь? У нас у всех предназначение помогать себе. Ты сначала помоги себе, потом помогай другим советом за деньги.
ближним своим. Вот я сразу вспомнила цитата из Библии. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это Таня, вот честно, не надо мне про подруг говорить. Вот ну не надо. Меня аж трясти начинает уже от ваших подруг. Реально. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Представьте, да, это насколько по-хамски вы должны к своим ближним относиться. Вот просто представьте, вам кажется, да, что вы любите себя. Вспомните, в чем вы себе отказываете, в чем вы себя ограничиваете, что вы для себя не доделываете, как вы на себе экономите. Поэтому я говорю, получается, нужно относиться, ну не то, что нужно, а как к себе, так и к людям, по-хамски. Потому что к себе мы относимся по-хамски, наплевательски, начихательски, насрательски. Угу. Потому что если вы не можете помочь себе, если вы не любите себя, о чем вообще можно говорить по отношению к другим людям, посторонним? Для чего это вообще? Потому что так говорят, что так нужно. Кто такое сказал, пошли они все в жопу. Сейчас уже научилась любить. Ой, Таня, что-то мне это верится. Даже не с трудом, я в это вообще не верю. Если бы ты любила себя, да, ты бы не задавала такие вопросы. Предназначение помогать. Благими намерениями выслана дорога в ад. Я целитель по рождению. У меня с детства потребность работать. Но, извини меня, я помогать не буду бесплатно. Потому что я прекрасно понимаю, что если мне человек не оплатил за работу, то я все его кармическое говно тяну на себя, на своих ближних. Зачем мне это надо? Если вы сделали работу, которая не оплачена, если вы помогли, за которую с вами не рассчитались, неважно как, энергообмен, подарок, деньги, услуга, вы проблемы этого человека перетаскиваете на себя. Еще и довольны, ахахах, какой я хороший человек, я помог. А деньги не заплатил, ну и ладно, Бог в помощь, Бог простит. Сиди, я сам открою. Блин. Подругам только если попросят, есть такое расхожее выражение, инициатива наказуема, да. Зеленушка, сдача, ягоды тоже расчет. Разговора нет. Совет элементарно, тот, который вам помог, это тоже расчет. Поэтому учимся. Ну, не то, что любить, хотя бы относиться к себе с уважением, с каким-то. Потому что если ты себя уважаешь, соответственно, к тебе начинают относиться окружающие люди. Потому что они чувствуют внутренний настрой, внутреннюю силу, твою внутреннюю потребность, необходимость. Они это ценят. А если ты не ценишь себя, если ты готов помогать, то, ну вот я не договорила, да, что, и вот почему-то я молитвами я не хотела работать.
А тут вот уже ну вот хочу и не хочу, и только вот я начала выливать заговоры, молитвами работать, и вот мне попалась, подвернулась космоэнергетика. И все. Потому что как биоэнергет работать очень тяжело. Естественно, у меня даже мысли никогда не возникало сделать кому-то что-то бесплатно. Потому что, извините меня, я столько энергии трачу, столько времени, не говоря уже о том, сколько я денег вложила в свое обучение, сколько у меня опыта. Я бесплатно ничего делать не буду. Могу по доброй воле как-то что-то подсказать. Если человек меня услышал, понял, делает как надо, подскажу еще раз. А если он сидит и талдычит все об одном и об том же, при этом ничего не делаю, пошлю. Я не буду с ним работать, потому что мне это не интересно. Мне не интересно лить воду в тихий омут, в котором движения нет. Для чего я буду метать бисер перед свиньями? Нет. И со мной общаются только те, кто хочет что-то изменить, поменять в своей жизни. Движение, движение, мозг, мозгом работать нужно. Вот так вот, девчонки, мальчишки. Так что завтрашний защитный обряд, еще второй будет. Хочется мне его провести. Думаю, куда же его запихнуть, времени нет. Так что запихнем его туда. Вопросы? Намерения, пожелания? Высказываем. Рассказываем. Все. Все зависли. Правильно? Думайте, как начать себя любить. Вот так вот. Да, кстати. Вот посвящение в энергию. Я думала, сегодня меньше поговорю, чтобы как бы вебинар получился, да, потому что энергии работают, и вам меньше пришлось бы его прокручивать. Но с другой стороны, тоже полезно иногда по мозгам проехать. На первый раз не услышите, не поймете, на третий, на пятый, на десятый, на двадцатый. Вебинары у меня все рабочие, поэтому энергия это работает. Как захотите мозг покрутить, включаете и слушаете. И под энергиями находитесь. Размышляем, как свою ценность повысить. Ждем завтра с нетерпением. Завтра обряд на защиту. Вот я же коридор затмений скинула. 10 июля, все правильно. Вот, и я туда еще посвящение индивидуально, не стала я групповушки делать. Места нету. Вот. День рождения 16 июля, в день заканчивается затмение. Не пить. Что делать? Не пить. Категорически не пить. Вот. А так все так же. Все нормально. И радоваться. И что-то менять. Стремиться. А, Валюш, какая другая ссылка?
то я обычно всегда советую, да, выпить. А тут нет, категорически не пить. Почему? Можно. Просто затмение заканчивается, и день рождения совпадет. Соответственно, там будет народ. Выход из коридора затмений, провокации, они тут так-то идут. Жестко причем идут. Поэтому лучше ограничить и что-то для себя хорошее сделать вместо плохого. Вот так вот. Ну, девчули и мальчишки. Да, поэтому. Валентина, тогда в скайпе мне напиши, я тебе просто описание скину, да и все. Да, лучше меньше гостей, не нервничать и на здоровье. На здоровье. И я вас люблю, благодарю. Всем пока.